темы, которые близки к журналистике. И здесь есть несколько примеров тем, которые были в разное время. Например, журналистское расследование, которое могу сделать я. Подкасты против радио. Кто кого? Ну, тем, может, аккуратнее звучало. Обмани меня, как распознать и проверить фейковые новости. Журналисты против роботов. Будущее новостной журналистики. Это не, естественно, не исчерпывающий список, но, тем не менее, вот чтобы вы примерно понимали, как это может выглядеть. Что важно, вот теперь давайте поговорим о критериях, по которым оценивается эссе, и подумаем о том, как можно эти критерии выполнить, что нам поможет это сделать. Ну, перво-наперво, я думаю, надо определить тип темы. А темы бывают разных типов. Например, тема бывает сравнением или противопоставлением. Например, журналистика факта или журналистика мнений, что важнее для современных медиа. Далее темы могут быть с вопросами, и такие у нас были. Почему я не смотрю телевизор, глотатели пустот, читатели газет, зачем и для кого работают журналисты. Темы утверждения, например, ну то есть, которые вам предлагается либо утвердить, либо опровергнуть. Например, журналист, на которого я не хочу быть похожим, интернет на службе журналиста, пространство лайков и смайлов, новая среда обитания. Ну и, наконец, жанровые темы, например, репортаж с места событий. Вот такие темы. Теперь, что нам, вот как приступать к работе, да, и что нам должно помочь с вами? Во-первых, стоит привести утверждение к вопросу. То есть, грубо говоря, какой вопрос содержится. А если тема сама по себе вопрос, здесь вам легче. Если тема не является вопросом, то, соответственно, лучше его как-то переформулировать. Ну вот давайте посмотрим, например, тема... ну вот, к примеру, журналист, на которого я не хочу быть похожим. А как ее привести? Вот что сделать такого, чтобы это было более, ну, понятным, что ли, для вас, да? То есть какой вопрос может там содержаться? На вопрос, например, попробуем ответить на вопрос: а почему я не хочу быть похожим на того или другого журналиста? Что мне не нравится, например, в работе каких-то журналистов? И вот здесь, когда эта тема, ну, превращается в вопрос, который еще и вам близок, вам будет работать легче. Далее, необходимо выбрать какой-то свой фокус в широкой теме. Например, интернет на службе журналиста. Тема, вот казалось бы, ну, то есть она действительно широкая. Следовательно, надо определиться с вашим фокусом. Понятно, что журналиста, например, может использовать социальные сети для того, чтобы, допустим, взаимодействовать с аудиторией. С другой стороны, он может, допустим, использовать библиотеки и так далее. Можно упомянуть обо всех каких-то параметрах, но остановиться и подробно рассказать логично будет об одном. Например, как раз о том, как, например, факт-чекинг можно, там, допустим, при помощи социальных сетей, то есть сузить немного, да, но, тем не менее, продемонстрировать, что вы понимаете тему и в целом, и можете назвать какие-то и другие вещи. Опять-таки, видите, тут как между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, стоит избегать суждения, которое... Точнее, или сужение, или неоправданное расширение темы. Например, вот у нас была такая тема «Возможности для бизнеса в социальных сетях». А многие очень написали «Возможности для бизнеса в интернете». Вот. А что неправильно? То есть в интернете в целом. А здесь речь идет о социальных сетях. Поэтому мы скажем, что это расширение темы. Что касается... социальные сети, пространство для общения, ну, сами связаны одной сетью, в общем, надо подумать над тем, чтобы тема не была слишком широкой и слишком узкой. Оставаться в рамках здравого смысла, вот давайте мы сейчас посмотрим пример, и я объясню, как эти работают.
Скажите, пожалуйста, у вас открылся текст? Нет. Нет, не открылся, Татьяна Борисовна. Нет. Надо... Я поняла. Демонстрацию экрана. Я сейчас перезайду и перепокажу. А сейчас текст открылся? Да. Угу, хорошо. Смотрите, что здесь у нас есть. Да, вот смотрите, у нас была такая тема, сравнивая телеграм-каналы и СМИ, качество, этика, доверие. Не очень высокая поставлена оценка за реализацию, за то, как написал участник, поскольку максимально 70 баллов, а так получается 29. И тут, кстати говоря, вы сразу можете посмотреть, как будет выглядеть работа, когда она будет проверена. Да, вот здесь есть табличка с критериями, а здесь мы выставляем оценки. Что здесь не так, почему я хочу показать эту работу? Это как раз работа. Автор хотел сделать ее максимально креативной и написал ее в виде интервью. С одной стороны, это креативное решение, такое достаточно необычное, но именно жанр интервью не позволил автору раскрыть эту тему. Почему? Потому что много ушло текста на вот всякое вот это вот, что называется, разговорное, а аргументации и какого-то плана у автора, очевидно, не было. И получилось, ну, грубо говоря, не могут люди обо всем поговорить, жанр просто не подходит. И получилось так, что тема оказалась существенно суженной. И, собственно, рецензент пишет здесь разнообразное, ну, собственно, пишет комментарий, он пишет, что текст вызывает много вопросов. Автор понял тему, но полностью раскрыть не удалось, поскольку... приводит аргументы в доказательства своей позиции, вкладывая их в уста собеседника. Но система вопросов-ответов плохо связана с друг другом, и часть фактов не соответствует теме. То есть таким образом форма помешала автору четко и стройно написать, соответственно, вот эту работу. Тем самым за понимание темы поставлена довольно низкая оценка, как, собственно говоря, и за другие... за другие вещи. Сейчас я перейду обратно. Еще один... Тут вот смотрите, как получилось с этим, допустим, диалогом. С одной стороны, автор ищет творческую форму, а с другой стороны, есть... то есть это не эссе. Эссе, с другой стороны, может быть на самом деле свободным по форме, потому что это свободная литературная форма. Вот из того, что мы читаем каждый раз, есть эссе такие, ну скажем, эмоциональные, а есть эссе аналитические. Но даже эмоциональное эссе должно опираться на какие-то, ну, на аргументы. То есть в любом случае эссе – это обобщение неких знаний, которые уже живут в абитуриенте, но вопрос весь, что называется, в форме подачи. И вот может быть такая ситуация, когда, например, эссе написано хорошо, ну, то есть автор владеет словом, а вот аргументация, раскрытие темы, что называется, не случилось. А бывают другие варианты. Вроде бы фактов накидано достаточно много, и мы понимаем, что знание контекста присутствует, но написано это каким-то чудовищным, что называется, языком. Именно поэтому здесь разведено для, на вот такие отдельные критерии. А еще один критерий – это умение аргументированно излагать точку зрения или ошибки аргументации. Вот давайте на это посмотрим. Смотрите, очень часто встречается раздувание проблемы. Например, ВКонтакте лишает нас общения, делая нас глупыми. Ну, то есть на основе… Ну, как бы это колоссальное преувеличение, и я думаю, что мы с вами это понимаем. Автору понадобилось оно для того, чтобы
ну, скажем, углубить или сделать острее конфликт, о котором он рассказывает. Но конфликт ведь не за счет, допустим, там, каких-то вводных слов достигается или каких-то прилагательных с там, суффиксами или каких-то или вот преувеличений, как здесь. Конфликт достигается за счет фактов и за счет приведенных фактов. Необоснованные оценки и обобщения. Например, бумажные книги молодежь больше не читает. Ну, откуда же взяли-то вы такое? То есть это ваше собственное наблюдение, ну и, или что это такое? То есть когда нет под этим никакой аргументации, то это выглядит необоснованно. Общее рассуждение. Журналистика – опасная профессия, журналистов убивают по всему миру. Тут, понимаете, какая вещь? Вот, например, читают люди бумажные книги или не читают, предположим, нет у вас такой статистики. Потому что вы пишете из головы. Ну вот вы не читали, вы не помните этих цифр. Вы как можно привести аргументацию? Можно, например, сослаться на какого-то эксперта. А вот если мы говорим об общих рассуждениях, да, журналистика – опасная профессия. В сущности, вы как люди, которые стремитесь в журналистику или в медиапрофессии, вы должны все-таки интересоваться повесткой. А в повестке у нас в медиа часто возникают как раз новостные истории, которые связаны с гибелью журналистов. Вы их, по идее, должны помнить. Вот в этом замысел. Если вообще ничего не помните, то лучше не брать такую тему. Вот, поэтому подумайте, пожалуйста, выбирая тему, где у вас есть хоть какой-то багаж. Да? Вот не просто вы умеете писать, пытаетесь вылезти за счет там, харизмы или там, превосходных степеней прилагательных. Нет. А еще один момент тоже часто попадается, это когда художественные произведения предъявляются как достоверные источники, когда вдруг в качестве экспертов начинают действовать литературные герои. И это, в общем, такой ошибочный подход. А вот, например, помнится мне, недаром герой фильма «Доброй ночи и удачи» в эфире сказал, что всех нельзя запугать. Вообще-то этот фильм – это отражение реального факта. И тогда надо знать первоисторию, да, на основе, собственно, какой истории был снят этот художественный фильм. Но не может художественное произведение быть приведено в качестве достоверного источника информации. Еще один довольно бесячий формат, когда вы используете риторические вопросы. Вообще с риторическими вопросами нужно быть поаккуратнее. Особенно, когда в этот риторический вопрос включается еще и необоснованное обобщение. Например, разве не очевидно, когда вы едете в метро, что дни бумажных книг сочтены? Понимаете, да? То есть нет, не очевидно. Вот, то есть ответ не очевидно. И опять-таки, здесь либо это надо ваше наблюдение как-то более аргументированно подавать. Ну, например, допустим, одному человеку кажется, что люди в метро читают бумажные книги, одному кажется, что не читают, это плохая аргументация. А вот, например, факт и ваше наблюдение того, что из метро, из станции метро исчезли автоматы по продаже газет, вот это уже фактическая информация, она наблюдение, но мы понимаем, что это реально правда, потому что, да, в какой-то момент они исчезли, вот. Поэтому вот за этим тоже, за этой аргументацией следим внимательно. Еще нехороша однобокая аргументация, как на этой картинке, которую вы наверняка видели, да, «Наша священная земля, их варварская пустыня». Даже у вас есть какое-то железобетонное представление о какой-то проблеме, ну вот все-таки необходимо стараться, потому что, хотя понятно, что должна быть авторская позиция, но искажение противоположного мнения лучше всего избегать. То есть нельзя искажать иное мнение или, допустим, какие-то факты для того, чтобы подтвердить свою позицию. Вот, например, так часто происходит в теме, например, там, блогер или журналист, за кем будущее. Ну, это не значит, что такая тема будет сейчас, но тем не менее. Естественно, каждый, эта тема с
противопоставления. Понятно, что от автора эссе ожидается, что он какую-то свою позицию определит, но тем не менее, как бы не стоит делать аргументацию однобокой, следует хотя бы упомянуть противоположное мнение. Какие аргументы годятся? Да, вот всегда задаются вопросы, потому что если вы, например, не помните статистику, хотя она, конечно, прекрасна, то это факты, которые вы можете извлечь из наблюдения. Вот как в примере с аппаратами по продаже газет. Это мнение экспертов, потому что наверняка вы читаете какую-то, допустим, ну или литературу, или смотрите YouTube и так далее. Источники средства массовой информации или официальные аккаунты, то есть какие-то источники, в которых вы уверены. И вот какая может быть структура аргументации? Она на самом деле очень простая. Это утверждение ваше, да, это же эссе, ваше мнение. Далее, пояснение. Почему вы так думаете? Пояснение, которое включает как раз разнообразную аргументацию. Пример. И итоговое суждение. Это цикл. Этот цикл может повторяться. А тут у меня... Сейчас я еще раз перейду. Текст видно? Да. Да, видно. Вот была еще такая тема, как эпидемия фейк-новостей, как общество защищалось от недостоверной информации о COVID-19. Отмечаю, что как общество защищалось, да, тему читаем внимательно. И вот есть такой текст, по результатам которого, то есть... Эксперт пишет следующий комментарий. Автор делает попытку раскрыть тему через личный опыт. Однако изначально тематика была заявлена шире, как общество защищалось от недостоверной информации о COVID-19. И здесь автору не хватило знания контекста. Не было конкретных примеров, какие новости распространялись в период пандемии и через какие каналы. Дело в том, что само эссе построено большей частью на выводах и рассуждениях самого автора. И очень серьезным аргументом эксперта является то, что действительно не обозначил автор, какие новости были фейковые и где, куда они поступали. То есть, видите, что мы читаем? Для себя я поделила людей на три группы. Были те, кто не пытался разделять информацию на правильную и ошибочную. Из-за них эта информация разлеталась еще быстрее и иногда была подкреплена еще более ошибочными фактами. Признаться честно, я сама иногда сталкивалась с ложными новостями и верила в них. Слушайте, букв полно. Смысла нет. Вы чувствуете это, вы слышите? Вы понимаете, почему эта информация, этот текст с малой информационной ценностью? Скажите кто-нибудь голосом, да или нет? Да. Понимаете, да? Понимаете, почему это так? И вот получается, в принципе-то человек размышляет верно. А там первый способ – доверять проверенным источникам, официальным СМИ, а не сообщениям в социальных сетях и так далее. Но нет ни одного примера и, собственно говоря, какого-нибудь информационного факта, их просто нет. А можно было бы вспомнить какие-то кейсы. Вот если, так часто вот бывает как раз с сетевыми темами, ну, темы про интернет, и вот темы про ковид, когда всем кажется, что все это знают, и они берут, ну, получается, вот примерно так, как мы с вами сейчас видим. Так. Угу.
Теперь, что касается, опять-таки, да, логика, структура, композиция, это третий критерий. Еще раз, да, смотрите, понятно, что свободная литературная форма. Но хорошо бы все-таки, вот если, то есть хорошо бы все-таки внутренним зрением видеть структуру. Какая она еще раз будет, может быть? Повторим. Можно подчеркнуть, то есть мы подчеркиваем актуальность темы. А мы даем определение тому, о чем пишем. Вот это, кстати, постоянная ошибка. Вот у нас была тема «Гражданская позиция журналиста». Плохо написали те, кто не попытался дать определение, что такое гражданская позиция. При этом очень часто, именно потому, что не было определения, гражданскую позицию часто путали с политической. Это, конечно, сопряженные вещи, но не одно и то же. Далее, поставьте вопросы, на которые вы намерены ответить. То есть по факту, то, что я сейчас говорю, это тот маленький планчик, который вы составляете для себя перед тем, как приступите к эссе. Причем вот этот план вы можете писать прямо, собственно говоря, в системе, в окошечке. А потом вы его уберете, когда будете уже работать с текстом. Далее, придумайте завязку истории, то есть надо с чего-то начать. И здесь вот какая штука. Есть страх чистого листа. И вот тут вот люди теряют время или начинают танцевать от печки. Прямо-таки от Гутенберга. То есть когда пишут про медиа, начинают с Гутенберга. Вот этого не надо делать. Если вы не знаете, как начать, вообще не начинайте. Пишите с середины. Вы же не от руки пишете, правильно? Потом, когда вы распишетесь, и у вас будет общий конструкт понятен, тогда вы вспомните, как это должно, ну, там, и допишите. Теперь, что касается структуры. Примерно, значит, 3/5, да, вот этого. То есть есть вступление, 1/5, 3/5 текста занимает основная часть, и примерно 1/5 заключение. И вот эта конструкция внутри, она как раз и выглядит тезис плюс аргумент, тезис плюс аргумент. Ну и, наконец, заключение. Коллеги, еще одна ошибка. Вы когда все напишете, вы сравните вопрос, который вы поставили, и заключение, потому что очень часто, в 50% случаев, вход про одно, а, соответственно, заключение про другое. Или его нет вообще. Но оно должно быть, потому что в этом и есть, так сказать, красивый такой вот почерк эссе, когда вы его кольцуете и отвечаете на поставленный вопрос. Так. А, вот, как раз пример про логику. Сейчас я вам его продемонстрирую. Видно текст? Да. 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 Вот, была такая тема. Оперативность или достоверность? Что важнее для современных медиа? Да, мы уже видим тему противопоставления. Автор должен занять какую-то позицию, выработать внутри себя аргументы, но и рассмотреть аргументы противоположной стороны. А, кстати говоря, тоже вот не совсем правильный, точнее, неправильный подход к этой теме, когда автор излагает про оперативность, потом про достоверность, а в конце говорит, рассудит время. Ну, как бы нет. Не для этого мы пишем это эссе. Вот. Теперь смотрите, что здесь получается не так, да, и почему там не максимальная оценка, хотя, в общем, автор рассуждает правильно. Значит, во-первых, очень много общих слов. Мы уже их научились различать с вами, да. Вот, например, ну, тише едет, дальше будешь, я опускаю. Ну, например, первый абзац. Шибко-то не имеет отношения к тому, о чем автор говорит. Это такая художественная форма понимания автором слова «оперативность». А далее, ну вот он так все как-то пытается размышлять, но помимо того, что это все в общих словах, внезапно, вот автор отписал три абзаца и внезапно перешел к теме «фейк ньюс». То есть через слово «эксклюзив» вдруг пишет, зачастую под пометкой «эксклюзив» скрывается пометка «фейк ньюс», непроверенная информация и так далее, и так далее. А понять,
Почему так? Ну вот эксперт делает предположение. В целом автор верно понял предложенную в задании тему. Он же начал ее раскрывать, он же поставил этот вопрос. Но примерно на середине работы переключился на понятие «фейк ньюс», которое явно кажется ему более интересным и привлекательным с точки зрения аналитики предметного разбора. В тексте автор чередует рациональные и эмоциональные аргументы, что делает текст живым. Но, к сожалению, доказательная база из-за фактических ошибок при увеличении домыслов выглядит бедно. Понимаете, да? Вот это вот как раз яркое нарушение логики. При этом вот эмоциональность – это тоже интересная такая штука. Сейчас, где же тут? Это тоже вот такая, правда, это… Ну ладно, мы эмоциональность рассмотрим немножко позднее. Нет, здесь есть тоже, вот смотрите, иногда для того, чтобы обострить конфликт, или как-то вот именно для того, чтобы обострить конфликт, автор расцвечивает текст. И вот здесь мы как раз такой пример расцвечивания читаем. Что чувствуют люди, читая заметку о смерти близкого? Ужас, страх, пустоту. Речь идет о фейковой новости, о том, что Константин Эрнст погиб. Правда, это было черти сколько времени назад, какой-то уйму времени. Но как бы не очень-то близкий нам человек Константин Эрнст, так-то. Вот. То есть и это, в общем, я бы сказала, такая эмоциональная возгонка, которая ни в эссе, ни тем более в журналистском материале, в общем-то, не нужна. Но вот здесь как раз эта работа, это яркий пример того, как автор нарушает логику. Трам-пам-пам. Вот, знание материала и контекста. Это четвертый пункт. И на самом деле он раскрывается довольно просто. Необходимы конкретные примеры. Если вы говорите о смертях журналистов, называйте этих журналистов. Если вы говорите, на какого журналиста не хочу быть похожим, так вы назовите, на кого вы не хотите быть похожим, потому что большое количество материалов на эту тему были вообще на журналиста, на, ну, как бы без имени, просто на некую абстрактную фигуру. И вот здесь такая работа, это на тему «Экология моего города», проблемный репортаж. Сейчас я переключу, секундочку. Ой, ща-ща-ща-ща-ща. Вот, видно текст, да, который называется «Москва – город, разлагающийся от грязи и копоти». Ну, оставлю за кадром то, что это, ну, фактически неправда. Но чем примечателен этот текст и почему мы сейчас его рассматриваем? Во-первых, потому что здесь это такой вот прям идеальный образчик расцвеченного текста. Это возникает тогда, когда автор не знает фактического материала. Что он читает, что он пишет? Воздух, которым невозможно дышать, мусор, который лежит в парках и на улицах. Медленно и верно город превращается в огромную помойку, благоухающую человеческими выбросами. Отдельная история про стилистику. Отдельно стоит сказать о воздухе, который темнеет от выхлопных газов машин, ну и так далее. И, собственно говоря, все вот это вот до самого финала. Свалки – это лишь часть проблемы. Оглянитесь вокруг, почти на каждом здании вы увидите толстый слой пыли. К счастью, существуют активисты. Походу, никаких каких-то конкретики нам автор не дает, но уже вы поняли, да, все, как расчечен этот текст.
Вопрос, а как его писать? Вот в сущности человек, который за это берется, он должен знать, например, содержание вредных примесей в московском воздухе, понимать, как работают очистные и так далее. Мы не можем этого от человека ждать. Но тогда, как написать этот материал? Понимаете, разумно было бы, если бы вы жили бы в Шиясе, это Архангельская область, маленькая там железнодорожная станция, где люди бастовали против превращения Архангельской области в мусорный полигон, значит, московского, там, для Москвы. И если бы вы жили там, да, то вы бы, ну просто это была огромная кампания СМИ, все архангельские СМИ про это писали. И тогда понятно, о чем вы пишете, вы прямо такие рассказываете эту историю. Если бы вы жили где-нибудь там, даже вот в Подмосковье есть ряд мест, которые тоже бастовали против мусорных свалок, тогда понятно было бы, да, тогда у вас была бы какая-то фактическая, какая-то фактура. Но брать такую тему, когда у вас вообще нет никакой фактуры, ну, как бы это неправильно. Ну и, конечно, расцвечивание текста – это отдельная история. Вот, далее у нас идет богатство и точность языка. Какие есть здесь недостатки бывают? Во-первых, это канцелярский язык. Данное мероприятие явилось. Несколько лиц подросткового возраста. Вот это я прям люблю. Или штампы на просторах интернета. Получили широкое распространение, богатый практический опыт. А также есть еще такая вещь, как излишняя метафоричность. Мы же уже кое-что почитали с вами, да? А вот эти краски словно просились пустить их в наше сердце, чтобы зажечь в нем огонь. Огонь веры, любви и надежды, столь необходимые каждому для счастья. Ну, и всего-то навсего текст из репортажа, да, городского. Вот. Ну или вот здесь вот тоже такой вот текст, который из ваших материалов. Местные жители не раз жаловались на это властям, но те, улыбаясь и причмокивая от смакования своих обещаний, говорили, что все исправят. Вот вы же этого не видели, но не надо так писать. Оставайтесь все-таки в рамках здравого смысла. Понимаете, почему, да? Потому что так не было. Вы не были свидетелями этого. Ну и после того, ну, это уже не важно. Собственно говоря, у меня на этом все. Я могу ответить на пару вопросов и передам слово Александру Михайловичу для того, чтобы он рассказал вам, как нужно работать с расширенным новостным сообщением. Скажите, пожалуйста, если вот понятно ли все, что я рассказала? Есть ли у вас вопросы? У меня есть вопрос. Давайте. Почему английские термины зачеркнуты и исправлены на русскоязычный, к примеру, fake news и так далее и тому подобное? Ну, потому что fake news – это уже выражение, которое устоялось в русском языке. Но на самом деле оценка, ну, человек, который проверял эксперта, я подчеркиваю все-таки экспертность проверки, это был человек из, ну, редактор-практик из агентства, и он просто исправил согласно тому редакционному стандарту, с которым он работал. Но оценка за это снижена не была. А есть ли какие-то темы для эссе на просторах интернета? То есть, к примеру, мы писали декабрьское сочинение, и был огромный список тем, хотя бы примеров, к чему готовиться. Так вот смотрите, ну фактически да, всегда попадаются темы, которые, то есть, ну я же вам вот перечислила в самом начале, часто попадаются темы, которые сопряжены с этикой, например, в журналистике, темы платформ, да, вот это все, что связано там с будущим радиоподкаста, телевизора, Ютуба и так далее. Предсказать, ну, может быть, репортаж или может быть репортаж. Ну, может быть, очерк, но очерк попадается крайне редко, интервью этого не будет. Вот.
может быть, ну да, что-то связанное с интернетом, социальными сетями, коммуникацией, да. Ну, слушайте, ничего такого запредельного. Всегда набор тем такой, что, ну, вы что-то точно будете знать. Ну, мне так кажется. Но я не поступаю. А, вот. Спасибо большое. Да, Александр Михайлович, передаю вам слово. Я еще... Татьяна Борисовна. Да. Можно, извиняюсь. Тут у меня еще у некоторых людей возник вопрос насчет использования клише в своих работах. Их вообще не приветствуют эксперты или все-таки какое-то количество допускается применения? Александр Михайлович, вот как бы вы ответили на такой вопрос вашего корреспондента? А я прям хотел ответить, я вот читаю сейчас вопросы, и мне прям хочется на них ответить. Вы знаете, клише палка о двух концах, да, то есть у нее есть отрицательный конец и положительный. И положительный состоит в том, это то, что нам там позволяет общаться, наши клише – это наш культурный код. Но второй конец этой палки заключается в том, что использование клише широко или для выражения своих мыслей, говорит о бедности языка, а это уже повод заминусовать оценку. То есть там, где клише нужно для какой-то изюминки, показать, как думает кто-то, показать расхожее мнение, да, или там, например, мемы. Мемы сейчас, челленджи в ТикТоке, да, они тоже состоят в основном, там, очень часто из клише, из новообразованных клише и так далее. В общем, ответ такой, что не дайте заподозрить вас в бедности речи. Спасибо. Вот. По поводу английских терминов зачеркнутых, обратите внимание, там, как они были зачеркнуты. Они были зачеркнуты особенно там, где была попытка написать английскими буквами и просклонять по-русски. Там fake news, там, и бедный автор делал какие-то нечеловеческие конструкции, апостроф лепил, русские падежные окончания ставил. И соответственно, ну, тут уж сама рука поднималась, это все исправить. Но, в принципе, подход редактора верный. В общем-то, все, что можно написать по-русски, лучше написать по-русски. Если это английский термин, и вам прям хочется показать, что вы знаете, что это английский термин, ну, сделайте там в скобочках от английского fake news, там, закройте скобочку, и дальше на великом и могучем. Так, я уверен, что будут еще вопросы. Я, пожалуй, перейду к своей части. Сейчас постараюсь это все включить. Так, я буду в Keynote. Видите ли вы? Да, все видно. А видите ли вы, как это все меняется? Да, все хорошо. Вообще супер. Здравствуйте, меня зовут Александр Куприянов. Я 3 года работаю, 4 года. Работаю в Высшей школе экономики, и еще до этого я принимал участие и как эксперт, и как методист во многих олимпиадах, в том числе и вот в этой олимпиаде. А до этого, с 2000-го, наверное, года, я работаю в новостях, причем там последние 2 места работы – это там агентство РИА Новости, агентство ТАСС, на которое в общей сложности я потратил там 11 лет. В общем, поэтому все, что я сейчас буду говорить о новостях, ну, я в этом плюс-минус уверен, и плюс-минус это отражает, ну, какую-то общепринятую практику. Поэтому я тоже там расскажу, какие книжки почитать. Поэтому, в принципе, можно ориентироваться на ту практику, которая сложилась там в крупнейших агентствах. Если вы их читаете и чувствуете этот стиль, то, скорее всего, у вас все получится. Начнем с того, что обязательно вам предлагаю прочитать правила
на правила Олимпиады. Вот вам QR-код, сфотографируйте, сохраните в закладках. И вот там так, вот таким образом формулируется второе задание, то есть первое эссе, о нем рассказала Татьяна Борисовна. И вот второе задание, оно звучит следующим образом. Определить информационный повод, который представлен на выбранной фотографии. Очень важно. Определить информационный повод. Не придумайте. Это задание не означает, какое бы событие могло соответствовать. Нет. Это четко обозначенное событие. И со своей стороны могу сказать, что на самом деле крупных событий, новостных крупных событий за последний год случилось у нас не так уж и много. И если вы хоть чуть-чуть наблюдали за новостями, то фотография не оставит вас в недоумении, скажем так. Татьяна Борисовна еще здесь или убежала, у нее там дела были? Убежала, наверное. Вот. И, соответственно, поняв, что... Я чуть ниже рассмотрю пример, мы все посмотрим. Пример старенький, как раз для того, чтобы не сократить количество новостей этого года. И поняв, что это за событие, нужно будет написать новостную заметку. Новостная заметка, в отличие от эссе, это очень четко и очень жестко структурированный текст. Это, наверное, в человеческой деятельности один из немногих жанров, который практически не подразумевает там шаг влево, шаг вправо. У него, как в математике, есть правильный ответ, и он практически там может быть один-единственный. Это эссе можно написать и так, и то будет правильно. В новостях вот эта вариативность уже гораздо ниже, и зачастую там только один способ написать правильную заметку по инфоповоду существует. А заметка должна состоять из заголовка и, собственно, заметки. То есть заметка, новостная заметка без заголовка будет считаться каким-то там частично выполненным заданием. И вот вы участвуете в этой Олимпиаде, вероятно, вы и слышали, вам говорили, вы читали, что лид заметки должен отвечать на следующие вопросы: кто, что, где, когда и так далее. Но мы об этом сейчас я чуть дальше подробнее расскажу, потому что, вот очень часто это правило звучит как заметка должна отвечать на эти вопросы. Нет. Лид заметки. Первое предложение. В первом предложении вот все, что хотели сказать, уже рассказываете. Вернее, не все, а в чем состоит история. И чуть позже я тоже покажу какие-то примеры. Написание заметки – это, безусловно, тренировка или, по крайней мере, насмотренность. Поэтому, в принципе, смотрите ТАСС, смотрите РИА, смотрите Интерфакс и смотрите англоязычный Рейтер, прежде всего, у него открытая лента. И, может быть, из всех агентств именно Рейтер максимально четко все новостные правила соблюдает. Его почти каждая заметка – это там эталон стиля, поэтому там можно смотреть. Очевидно, не так важно, на русском она, на английском. В общем, кто, что, где, когда, везде работает одинаково. Как может выглядеть задание? Вот фотография. На ней некий пожилой человек, судя по всему, в Америке, судя по флагам, да, поднял руку одну, другую положил на какую-то толстую книгу и, судя по всему, клянется. Да. Все в масках, то есть есть люди в масках на заднем плане, на переднем плане без масок. Что происходит на фотографии, кто знает, можно голосом. Скорее всего... Инаугурация президента. Да. Байден дает присягу. Да. Да, вы абсолютно правы. Это инаугурация президента США
Джо Байдена. Вот. Что за толстая книга? Конституция Соединенных Штатов Америки. Конституция, еще варианты. Библия. Библия, еще варианты. Ну, Конституция или Библия? Библия в данном случае. Думал, вдруг кто-нибудь скажет Поттериана, почему нет. Но в данном случае Библия, тоже о ней поговорим. И, как правило, фотография будет показывать конкретный момент, вот что в новости происходит. И как бы вы сформулировали, собственно, новость вот одним предложением? Вы знаете, я не могу посмотреть. Инаугурация нового президента Соединенных Штатов Америки. Да, но что-то произошло. Тут надо глаголов добавить. В Белом доме прошла инаугурация президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Нового президента, да. Принимается. Еще формулировки. Байден стал новым президентом Америки. Байден стал новым президентом Америки, принимается еще. Джо Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов. Прекрасно. Смотрите, что... Байден новый президент. Последний раз, еще раз повторите, пожалуйста. Пост президента США занял Джо Байден. Спасибо вам за варианты. Вы знаете, я хочу обратиться к Марине Давлетшиной. Марин, ты здесь? Да, конечно, я здесь. Я просто, у меня странный баг такой, мышь пропала на экране. Можете попросить следить за чатом, если там есть вопросы, их озвучивать? Есть вопрос по поводу издания. Так, вы... Марина? Алло, ой, да, алло, да. Угу. Здесь только просили уточнить по названию издания, которое вы назвали, The Reuters. Reuters пишется, Reuters произносится, ну или Reuter по... Нет. Угу. Так. Больше ничего нет. Угу. Сейчас я, может быть, попробую это дело починить. Ладно. Было произнесено несколько вариантов. Вот вариант там Джо Байден стал президентом США. Он хорош, он правильный, но обратите внимание, что это не сама новость, это ее следствие. То есть все равно, что можно сказать, можно было бы сказать, что США выбрала новый политический курс. То есть тоже правильно, потому что раньше был там республиканец, да, был президент. Да. Сейчас демократ, но это не то, в чем состоит эта новость. Первый был вариант, напомните, что-то в Белом доме, кто-то говорил. В Белом доме произошла инаугурация президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Да, не, как-то так была принята присяга, что-то такое было сказано. Ну, тоже... В Белом доме Джо Байден принял присягу. Угу. Ну, что типа того. Помните ответ, помните вот эти то, что где, когда? То есть в Белом же доме это никто. То есть это где? Вот. То есть еще тоже такое заблуждение, что вот эти кто, где, когда могут присутствовать в любом порядке. Хотим, начнем там сегодня.
хотим начнем в Белом доме. Нет. То есть это будет помечено как недочет, как минимум, потому что новость выражается подлежащее, сказуемое. Джо Байден принял присягу. Кто такой Джо Байден? Непонятно. Поэтому там кандидат от демократов, который победил в президентской гонке, Джо Байден, выиграл, ну, принял присягу. Так. Может быть, сказать лучше присягнул? Принял присягу, не. Это будет стилистическое... Присягнул? Нет, есть слово посягнул, а присягнул... Присягнул. Ну, типа, есть такое слово, наверное. Ну, что-то мне подсказывает, что я его даже где-то... Не в данном контексте, мне кажется. Да, все-таки вот это действие называется принятие присяги, а не присягание, поэтому... Вот. Вот несколько таких пожеланий. Несмотря на то, что после вот этой фотографии, ну, после любой фотографии, которую вы увидите, так или иначе прошло много времени, много событий случилось. Джо Байден там прекратил строить стену, отменил указы Трампа, ввел санкции против России. Там, например, если будет тема с сухогрузом, который встал поперек канала, то тоже там его уже там развернули, уже суды прошли, уже там восстановилось торговое сообщение, и вообще оно как бы пострадало не из-за сухогруза, а из-за ковидных ограничений и так далее. Ну, это, кстати, вот этот приведенный пример, как бы такой намек на то, что этого примера не будет в реальных заданиях. Вы описываете ту историю, которая происходит конкретно на фотографии. То есть здесь конкретно присяга Байдена. То есть там, если бы был бы корабль, конкретно новость в том, что корабль сел на мель. Ну или там, по крайней мере, там снят с мели, потому что ну, фотография может означать и то, и то. Вот. И, в принципе, я бы тут предложил бы не копать историю глубоко, там, не писать новость о том, что Байден отменил строительство стены с Мексикой, вот, потому что на фотографии никакой стены, никакой Мексики, там инаугурация. Вот, то есть не забегайте, не уходите слишком далеко. Никакой Мексики, а там инаугурация. Я что-то не сильно услышал, если хотите, повторите. Ладно, двинемся дальше. По-моему, вы не можете пользоваться никакими источниками. Марин, нельзя же, да, пользоваться источниками при написании новости? Вот. Ну, Татьяна Борисовна об этом говорила. И, соответственно, мы не ожидаем от вас какой-то фотографической точности. И то, что, вот, например, там... если попадется тема про инаугурацию Байдена или что-то типа такого, то вы вспомните, сколько выборщиков проголосовали за одного кандидата, сколько за другого. Вот. Но, тем не менее, мы ожидаем, что вы какую-то фактуру, то есть факты, то есть то, что произошло, приведете. И воздержитесь от своих мнений. То есть новость, в отличие от эссе, это такой жанр, где... мнение автора новости практически никак не выражается. Да, можно выразить через подбор экспертов, можно выразить, там, подняв одного эксперта выше, но, пожалуй, это все инструменты, которые позволяют выразить мнение, свое личное мнение автору новости. Опять-таки,
если вы по какой-то тематике вспомните, что кто-то высказывался на эту тему, ну, там, Жириновский, да, он же по любым темам высказывается, то, в принципе, это уже будет мнение, не мнение, а факт. То есть это был факт высказывания вот этого конкретного спикера. Такое, пожалуйста, приводите, но только обязательно ссылайтесь там на самого Жириновского, может быть, на обстоятельства, при которых это было сказано. То, что вы это вспомните, ну, это будет, ну, достаточно существенно. В новостях очень важна хронологическая последовательность. Ну, кто изучал новости, он знает, ну, сейчас дальше посмотрим, что у новости есть структура перевернутая пирамида. Все самое главное рассказывается сверху. Чем ниже, тем менее главное. Вот просто посмотрите потом на свой текст и поймите, вот то, что у меня сверху, это действительно важнее того, что у меня снизу. И пишите на... хорош на простом, достаточно простом русском языке, то есть не надо канцеляризмов, это будет тоже недочет, не надо каких-то сверхумных конструкций научных, ничего не надо, новость – это простой рассказ очень точными словами. Вот я бы вам предложил, есть, конечно, исключения, но вот что-то мне подсказывает, что в вашем случае не будет таких исключений. То есть, что бы ни происходило, какую бы тему вы ни взяли, начинать лид, то есть первое предложение, вот как раз вопрос в чате, принципиально начинать с ответа на вопрос «кто, что?» «Да». Очень сильно принципиально, колоссально принципиально. Прям Джо Байден принял присягу. Не сегодня в Вашингтоне, около Белого дома, после продолжительной болезни, там, не приходя в сознание, принял присягу там, великий деятель американского народа Джо Байден. Да? Вот это Soviet style, так не надо, так никто не делает. Во всех современных книгах по журналистике это жестко порицается. Кто сделал, что сделал. Это, в принципе, суть любой новости, что кто-то что-то сделал. Вот это и надо рассказать. Инфоповод. Если честно, я не... Ну, то есть у нас разделены роли. Я не смотрел и не знаю списка тем, но это последний, ну, то есть скорее да, чем нет, не старше этого года. Объем, да, вы знаете, вообще не очень важно, я видел новости и там 400 символов, то есть буквально такая, но в ней все есть и вопросов к ней нет, но в любом случае больше 1500 символов писать не надо. И, в принципе, как вы когда сами сформулируете, кто сделал, что сделал, у вас дальше список тем будет выдан на... Как только подтвердят, что вы прошли во второй этап, просто насколько мы знаем, что еще никому об этом не говорили, только тогда вы узнаете список тем. А уже всем сказали, и рассылка приходила. Да, была уже? А, да? О, супер, потому что да. На момент... Вот, ко мне не приходило, поэтому вы знаете о списке тем больше, чем я. Рассылка была сегодня в 3, публикация в группе вчера в 9, но именно конкретных тем не было, и даже приблизительных. Значит, они скоро объявят об этом. Вот, ну, вернемся. В принципе, если вы посмотрите на новостные сообщения, то они за редким исключением, а исключения там можно объяснить, они все строятся на вот этой схеме. Смотрите сайт Рейтера. Он наиболее щепетильно к этому относится, и вы увидите, что все новостные сообщения там четко подлежащие, сказуемые, кто сделал, что сделал и так далее.
Ну, я вынужден говорить о таких технических деталях, потому что, повторюсь, что в отличие от эссе, новостное сообщение ну, очень жестко структурированный текст. Прям там двух мнений даже быть не может. Итак, какова структура новости? Заголовок в информационном стиле. В информационном это означает, что заголовок нам сразу рассказывает всю историю. В частности, какие, ну, бывают еще тизерные, то есть чем отличается? На следующей неделе в Москву приходит снегопад-синоптики. Это информационный стиль, потому что мы можем даже не читать новость, мы и так узнали, что в Москву приходит снегопад. Тизерный стиль был бы, синоптики рассказали о погоде на следующей неделе. Да, то есть мы понимаем, что новость будет про погоду, но какая погода на следующей неделе, не прочитав сам текст сообщения, мы не знаем. Это тизерный стиль. Так вот, лучше на Олимпиаде придерживаться информационного стиля. Синоптики, там мощный снегопад придет в Москву на следующей неделе, -синоптики, вот это наш заголовок. Обратите внимание, что лид рассказывает историю заново. То есть мы опять пишем, что мощный снегопад придет в Москву на следующей неделе, сообщил руководитель там, метеоцентра и так далее. То есть мы забыли, что у нас есть заголовок, и закрыли его рукой, да, прям механически, и рассказываем историю заново. После лида, когда мы сформировали, собственно, саму новость, мы можем ее чуть подробнее расписать, что, как происходило, кто что говорил, можно дать цитаты, можно дать цитаты прямой речью, можно дать цитаты косвенной речью, можно там вспомнить, что говорили эксперты и так далее. То есть полностью, но как можно короче рассказать эту историю. И в конце мы можем дать бэкграунд. Бэкграунд – это некая справка. Рассказываем об инаугурации Байдена. Мы в качестве бэкграунда можем сказать, с каким численным преимуществом, перевесом он победил. Там, я не знаю, рассказываем о запуске новой там «Лады Калины» в производство, бэкграунд, что там «АвтоВАЗ» основан в 1971 году, у него сейчас модельный ряд такой-то, продает он на столько-то миллионов или там миллиардов рублей в год и так далее. То есть бэкграунд – это всегда некая справка, но это короткая справка. Это вот такая справка, это 3-4 строчки, не больше. Не сильно этим увлекайтесь. Александр Михайлович, извините, можно уточнить? Да. Значение слова «лид»? «Лид» – это первый абзац. Угу, спасибо. «Лид» – это первый абзац новости, и так как его выделили, вот ему выделили даже отдельное слово, он пишется там в зависимости от медиашколы, он пишется либо «ле-ад», да, то есть что-то лидирующее такое, угу. Либо «ле-де», вот даже понятно. Такое описание есть. Но это первый абзац. Александр? Да. Еще такой вопрос. Мы работу данную, вот новостную статью представляем. Она должна быть как в роли первоисточника, либо можем ее сделать, то, что мы процитировали какое-то издание и, соответственно, пишем, например, об этом написал ТАСС, и уже раскрываем тему подробнее. Ну, смотрите, во-первых, у вас не будет, мне кажется, доступа никаким ТАССам, РИА Новостям и всем. Да, доступа не будет, но, допустим, я запомнил материал. Допустим, да. Но вот сейчас мы там чуть дальше посмотрим, то есть я буду, дальше я приведу пример новости, которая написана с фотографией Байдена, да. И, ну, то есть, получается, что вы как будто видите то, что происходит, то есть вы свидетели этого, то есть вы пишете от первого лица, то есть получается, что вы первоисточник. Но вы можете писать, например, что там
В то же время там ТАСС сообщил, что Байден едва стоял на ногах. Да, там. То есть вот, вот так вот можно делать ссылки. Да, выдумывать факты для новости нельзя. Использовать факты можно, если вы помните источник этих фактов, можно, можно ссылаться, там, как сообщал РИА, как сообщал ТАСС. Вот. Если это общее знание, кстати, очень важно, не обязательно, ну, желательно, но если, да, как сообщал, вот так сообщал такой конструкции просто в новостях нет. А вот как сообщал ТАСС, запятая, дальше косвенная речь. А если, например, источник, ну вот как недавно, к сожалению, у нас в России происходит, был признан иноагентом, это писатель не обязательно? Требование пометки иноагент, оно есть у средств массовой информации. Ну то есть, если бы вы писали бы новость, которая выйдет на средства массовой информации. А то, что вы пишете, не средства массовой информации, поэтому хотите, как-то указывайте, но, в принципе, это не обязательно. Спасибо. Вот. И обратите внимание на слово «контекст». Мы вообще, в принципе, вот его указываем, но никогда не рассчитываем на то, что на этой олимпиаде участники пропишут контекст. То есть вот бэкграунд – это справка, тоже вроде как бы там на фоне чего это все происходит, а контекст – это информация, которая делает новость важной. То есть в случае с Байденом, ну как бы понятно, президент крупнейшей страны, инаугурация, понятная важность. А вот, ну, например, там Путин вот сегодня, например, сказал, что Сокурову не за что извиняться, и что там никаких санкций против Сокурова там применены не будут. Вот как вы думаете, Что здесь было бы контекстом? Почему это высказывание президента важно? Хотя высказывание, любое высказывание президента страны важно, но почему это высказывание особенно важно? Скорее потому, что контекст, не контекст, а слова, так, минуту, Сокурова были такими резонансными, что это требовало объяснения. Да, как сказал Дмитрий Сергеевич Псков, то, что это, в принципе, как конфликтную ситуацию можно представить, и поэтому Сокуров и принес извинения свои, но Путин сказал ему то, что извиняться не за что. Угу. Ну и, в принципе, отношение президента как бы к людям, к народу, к мнению народа, это тоже играет роль. Это, безусловно, вот все слова президента, как вот у нас могут быть там разные политические предпочтения, но президент страны, все, что говорит, это колоссально важно, потому что затрагивает, он, во-первых, говорит от имени избирателей, от имени страны, ее граждан, а во-вторых, его слова затрагивают большое количество людей. Но почему эти слова важны? То есть вот были слова про большой резонанс. А что такое большой резонанс? Как он выглядит? Но то, что они вызвали большое, небольшое, а просто они вызвали не возмущение, обсуждение в народе. Да, отклик общественности. А как это выглядел отклик? Отклик – общие слова, непонятно. Ну, скажем так, не каждый обсуждение человек так сможет высказать свою позицию президенту. Что произошло конкретно? Что такое отклик? Как мы поняли, что был отклик? Массовое обсуждение. Как мы поняли, что было массовое обсуждение? Приведите пример. В социальных сетях под записями в комментариях шли бурные обсуждения. В социальных сетях обсудили. Вот что теперь массовый отклик. Скорее нет. Возможно, подача Сокурова своей мысли. Если вот не отклик, если отойти от этой ветви нашего рассуждения, скажем так. Слушайте, друзья мои, вот тут вот почему мы не питаем особых иллюзий, но смотрите,
копаете в правильную сторону. Действительно, почему эти слова президента важны? Потому что их там полемика вызвала действительно неоднозначную, бурную и неоднозначную реакцию. Но, и можно даже так и написать, и более того, если вот так уже прописать контекст, это уже будет лучше, чем ничего, правда. Но тут важнее другое. Тут же после этого Рамзан Кадыров откликнулся, да, там, он как бы, ну, там, опасный оппонент, скажем так, да, там уже там политические силы высказались, то есть это же не просто там общественная, это уже там политическая дискуссия, то есть вот, и по большому счету лучшая здесь история бы была бы это перечислить, а как выглядела дискуссия, кто с кем дискутировал. Если там дискутирует Кадыров с Песковым, вот это да, вот это там интересная дискуссия. Вот. Если анонимные телеграм-каналы там друг другу репостят, ну ладно, что бывает. Вот, вот. Примерно так выглядит контекст. Я к тому, что если где-то будет попытка вот этот контекст сформулировать, это будет плюс, это комиссия, эксперты оценят, это эксперты оценят. Вот. Хорошо. Итак, давайте. Я примерно набросал новость. Я уже даже не знаю, не нарушил ли я какие-нибудь там требования. Но выглядит примерно следующим образом. Первая строчка – это заголовок. Как я понял, что это заголовок? Отвечает на вопрос, что, где, кто. Что, к заголовку нет таких требований особо. Ну, хотя есть на самом деле. И все-таки, как я... Ну, он нам отвечает о том, что произошло. Ну, в общем, кратко доносит нам... Не-не-не, я понял, что это заголовок, потому что он стоит первым. А, правильно. Да, действительно. И заканчивается без знака препинания в конце, да, то есть... Не ставьте знак препинания никакой после заголовка, то есть никаких точек. Вот. Из этого, ну, будет понятно, что вы не пропустили заголовок, что вы не написали два лида и так далее. Вот. Дальше идет лид. И обратите внимание, Джозеф Байден, подлежащий, принял присягу сказуемое, но перед Джозеф Байден стоит кандидат от демократов, сенатор и так далее. Это тоже часть сказуемого, и это важная часть. Сделайте так, чтобы и в эссе, и в новости у вас не появлялись необозначенные люди. Даже Путин, вот мы все знаем, да, знакомая фамилия, но вот он президент России Владимир Путин. Красненькая – это лид, да, Лиза. Вот. И в... То есть как-то, если у человека очень много регалий, то надо обозначить не все их на свете, а именно ту, которая относится к этой новости. Дальше идет цитата. Обратите внимание на оформление цитаты. Кавычки открываются, кавычка закрывается, запятая, тире. Здесь тире похоже на дефис, но это тире. И обратите внимание, что здесь цитата подтверждает заголовок, подтверждает лид. То есть она рассказывает ту же историю, что нам рассказал и заголовок, ту же историю, что рассказано в лиде, просто она ее рассказывает дословно. Это важно. То есть если будете использовать цитату, то, в принципе, цитаты ломают текст, если честно. Да? То есть ты написал хороший текст, все слова подобраны, но ньюсмейкеры, как правило, говорят не очень правильно. Поэтому, если у вас не будет цитаты в вашей новости, ничего страшного, так очень часто и бывает, но если будет, то пусть она будет оформлена правильно. Дальше синеньким и сиреневеньким прописаны какие-то детали, безопасность, кому он там эту присягу дал, тоже обратите внимание, не просто некому Робертсу, непонятному, неизвестному никому, он дал присягу, а председателю Верховного суда США, да, то есть у нас вот картинка хоть
хоть какая-то плюс-минус полная. Мы, безусловно, не знакомы с председателями Верховного суда США, но просто понятно, что это не просто какой-то там Роберт с дороги. И обратите внимание, у нас вот последний абзац – это бэкграунд. И только там появляется Дональд Трамп. И он тоже обозначен, что он прежний президент США, там, Дональд Трамп. Вот. То есть пусть в вашем тексте никакие сущности, никакие имена не появляются неожиданно. Если убрать цитату, то по смыслу первый абзац будет синенький. Да, да, да. Нет, тут как бы с контекстом тяжело, то есть его контекст здесь состоит в том, что США крупнейшая страна, да, но это настолько очевидный контекст, что его как бы, наверное, не с руки прописывать. То есть контекст объясняет, почему это важно. Но здесь сохранен принцип перевернутой пирамиды. Как я понимаю, что он здесь сохранен? А вот, например, все, что чем ниже, тем менее важно. Давайте я уберу бэкграунд. Вот последний абзац уберу. Вот как бы станет ли меньше информации о том, что Джозеф Байден стал президентом? Нет, не станет. Вот. А уберу информацию снизу, какая там сверху, что ее принял председатель Верховного суда. Вот вырежу эту информацию. То есть станем ли, как бы, окажется ли, что Джозеф Байден как-то непонятно там принял присягу, вот то ли он принял, то ли не принял. То есть нет, не окажется. То есть цельность события и цельность описания события не потеряется. Вот. И смысл перевернутой пирамиды в том, что мы можем снизу отрезать кусочки и вплоть вот до самого лида. И информация будет меньше, мы будем узнавать все меньше деталей, но смысл не потеряется. Это же все пришло с... Это западная школа новостной журналистики, она пришла с гражданской войны в США, когда журналисты пользовались теми же каналами связи, что и военные, то есть там провода были проложены, и вот они там то морзянкой, там, тогда морзянка была, да, передавали свои сообщения, и в любой момент, во-первых, снаряд мог попасть в провод, в любой момент... Военные могли сказать, типа, журналисты, стоп, нам тут надо важное секретное сведение передать, поэтому выйдите из палатки. Вот. И именно оттуда пришла вот эта практика формулировать самое важное в самом начале и это передавать. А потом, по мере снижения значимости информации, все остальное. Вот попади снаряд в провод перед присягой, мы бы успели сообщить, что Джозеф Байден принял что Джозеф Байден, там, у него случилась инаугурация. Вот. Лид ничем не отличается от первого абзаца, потому что он и есть первый абзац. Мы просто первый абзац называем лидом. Угу. Лиза? Угу. Хорошо. Вот. Такая история. Так. Но, как я уже говорил, что не допускайте ошибку, не выражайте собственного мнения, никаких личных местоимений, только нейтральный текст и никаких прилагательных. Вот если это не зашито там в названии должности там или еще там главный полицмейстер там или патчмейстер. Вообще я бы в новостном жанре, и, кстати, в эссе я бы тоже с опаской относился к прилагательным, потому что даже в стихах, в литературном жанре, где, казалось бы, там лепи прилагательные где хотят, лучшие образцы стихотворного искусства содержат минимальное количество прилагательных там
буря мглою небо кроет, листья там серые крутя, то, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. То есть там было ли хоть одно прилагательное? По-моему, одно было. Вот. И то есть если вы пишете прилагательное, сразу остановитесь, подумайте, не идете ли вы не по той дорожке. Потому что даже в поэзии это не такое уж и хорошее. Поэзия не такое уж распространенное явление. Как будет оцениваться? Всего три, по-моему, да, три критерия. Первый критерий – раскрытие темы. То есть если Джозеф Байден принял присягу, то все, что нам надо знать о том, как он принял присягу, мы рассказали. Ну, в моем случае, видите, здесь даже такая дополнительная информация, что на семейную Библию. Вот если вспомните какой-то такой аспект, впишите его, это там будет оценено. Здесь обратите внимание, что вообще ковид, вот вирусная вообще история, она является сейчас контекстом всего. Я вот думаю, почти на какую бы тему, какая бы тема вам ни выпала, там с большой долей вероятности будет влияние ковида. И это может быть даже и контекстом. Здесь нет контекста. Ну, то есть синее здесь, я бы не сказал, что это контекст, Лиза. Если лид – это первый абзац, равно да, тогда первый абзац – это красный цвет. Все правильно. Тогда синий, как я писала выше, это уже не первый, а второй. Да. И будет контекстом, расширением заметки. Контекст – это не… Ну, нельзя сказать, что контекст – расширение заметки. Просто синий – это не в полной мере контекст. Что не хватает третьему, вернее, вот этому синему абзацу, чтобы стать контекстом? Чтобы он стал контекстом, нужно было прописать, и это, кстати, действительно так было, что там же были и беспорядки, и вот эти вот вирусные ограничения. И была тема, была мысль, которая обсуждалась, чтобы как-то по-другому, не публично провести инаугурацию. Но от этой мысли отказались. И, в принципе, если бы мы сформулировали лид, что кандидат от демократов, сенатор Джозеф Байден, принял присягу на площади при скоплении людей, а следом бы написали, что из-за ковида и беспорядков обсуждалась история провести это все более кулуарно, вот тогда бы это было бы контекстом. Вот. Здесь сейчас это скорее просто некая дополнительная информация, что там вообще происходило. Вот. Да. Критерии оценивания. Опять-таки, просто физически так получается, что все темы – это все, что произошло некоторое время назад, и все это уже обросло событиями какими-то, анализом, оценками, высказываниями. И вот из всего этого выделить именно главное, сформулировать это коротко и при этом раскрыть тему, это, собственно, и стоит 15 баллов, максимальный параметр по оценке. Второй критерий связан с точностью языка. И вот если вы, а это самая распространенная ошибка, вот несмотря на то, что все, что я сказал, все-таки у вас впереди будет сегодня в Белом доме,
да, то есть вы порядок слов нарушите, это будет недостаток в критерии раскрытия темы, потому что все жанровые требования там. А во втором критерии богатства языка это, пожалуйста, воздержитесь от канцеляризмов. Поставить вопрос, там, вынести на обсуждение и так далее. Почему это канцеляризм, почему это не совсем русский язык, но представьте себе вот детально, да, вопрос, он лежал, вот зачем его ставить, он упал, нагнулся или что, что с вопросом произошло, ну, как бы в голове сразу какая-то абсурдная картинка возникает, вынести на обсуждение, ну, то есть кто-то поднял, стал перемещать что-то там в пространстве, вынести на обсуждение. Обсуждение – это что там, площадь или стол такой. То есть все канцеляризмы, они, вот, как правило, звучат понятно, мы понимаем, что за ними стоит, но как только начинаешь думаться, какая-то ересь в голове вот возникает. Вот так можно определить там, канцеляризма. Но если вы не будете использовать там прилагательных, то вы не, у вас практически нет шансов нарваться на штампы, потому что, ну, на самом деле есть, потому что у вас же есть автоледи, цветы жизни, огнеборцы. Ну, не можем, вряд ли будут темы, где у вас будет шанс использовать эти слова, но если вам захочется, пожалуйста, не используйте. Ну и грамотность, куда уж тут без нее. Но обратите внимание, что грамотность весит достаточно мало, то есть мы ценим там скорее умение сформулировать новость, чем грамотно ее написать. У каждого новостного корреспондента есть редактор, который в случае чего поправит грамотность. Александр Михайлович, угу. Такой вопрос. По-моему, вот как раз по эссе нам показывали работу, где упоминались соцсети, там Инстаграм, ТикТок, еще подобное, различные медиа-порталы. Соответственно, их название надо указывать в кавычках или нет? Как правило, точно не надо указывать англоязычные названия, то есть пишите «Медуза», пишите «Арти», это все точно без кавычек. В телекомпании первый канал в кавычках, как сообщил первый канал, можно без кавычек. Спасибо. Что прочитать про новости? Во-первых, ну, как года два, наверное, назад, уже три, наверное, издан редакционный стандарт ТАСС. Он отличается от аналогичной книги Интерфакса тем, что абсолютно утилитарен. Вот там как раз написано «подлежащее сюда, сказуемое сюда, контекст вписываем сюда». В этих случаях нужна цитата, в этом случае не нужна цитата. То есть он прям вот такой очень рубленый, конкретный, и я его рекомендую как раз для подготовки. Там, ну, это как бы внутренний агентский документ, который издан публично, а не учебник. И там небольшой или там практически нет примеров, но он позволяет очень хорошо подготовиться. И я всегда рекомендую, есть две книги Александра Амзина по интернет-журналистике, книга, по-моему, 2011 года «Новостная интернет-журналистика» и книга 2020 года «Просто интернет-журналистика». Там есть разделы, которые прям посвящены тому, как писать новости, почему лид строится именно так, почему в лиде и в заголовке нужно избегать глаголов настоящего времени, почему глаголы в принципе нужны в лиде и в заголовке и так далее. Вот. И все эти книги написаны достаточно бодрым языком, особенно Амзин, и их... Новостная интернет-журналистика в целом актуальна, то есть если она у вас есть, ее можно прочитать. В новом издании там уже просто про новостную журналистику гораздо меньше и больше про все новые медиа, там, что такое Telegram, как в нем работать, что такое почтовые рассылки, что такое монетизация и так далее.
Вот. В принципе, для новостного, для того, чтобы создать новостной текст, предыдущего издания тоже достаточно. Вот. У меня все. Я могу поотвечать на какие-то вопросы. Есть возможность посмотреть работы, примером которых следовать не стоит, например. Примером которых следовать не стоит. Я могу показать, я веду курс по новостям у наших студентов, и они, конечно, тоже делают достаточно большое количество ошибок. Но задайте мне пока еще какой-нибудь вопрос, а я постараюсь сейчас найти какую-то работу, чтобы показать. Скажите, пожалуйста, на Олимпиаде нам будет дано несколько картинок на выбор, чтобы мы описали новость, или только одна картинка? Три картинки было в прошлом году. И это правильный ответ. Угу. А такой вопрос. А если картинка повествует о каком-то событии, произошедшем не в России, и мы берем какую-то цитату, то как мы обозначаем то, что цитата переведена? Да никак не означаем. Никак не надо? Просто никак. При переводе может смысл немножко измениться. Ну, вы отвечаете за то, чтобы передать смысл максимально точно. Угу, хорошо, спасибо. Угу. Так. Еще позадавайте, пожалуйста. Какой минимальный порог слов должен быть или символов? Ну, минимального нет, но ориентируйтесь, что там 500 символов – это минимум. То есть, опять-таки, если будет 450, вас никто не заминусует, потому что главное, чтобы вы какие-то смыслы передали. То есть мы, получается, пишем жесткую новость или мягкую новость? Хороший вопрос. Хорошо, что вы знаете эти подходы. Я вам тогда сейчас еще одно слово подарю. Мы пишем информационную ортодоксию. Да, действительно, есть понятие жесткой новости, есть понятие мягкой новости. Мы пишем жесткую новость, то есть у нас конкретное событие. И прям вот все, все очень, она потому жесткая, что в ней все очень жестко и по полочкам. То есть это там не обзор мнений, не размышления, не зарисовка какая-то и так далее. Вот. Александр, да, говорите. Ладно, извините. А можно уточнить один момент? Вы рекомендовали несколько новостных агентств, на которые стоит ориентироваться в ходе подготовки к данному типу заданий. А я бы хотела уточнить, это ТАСС, РИА Новости, Reuters и Интерфакс, верно? Да. Угу, все, спасибо, вопросов нет. Пытаюсь вам найти такую релевантную новость, чтобы там были релевантные ошибки. Потому что ошибок много. Прошу, коллеги, еще вопросы. Александр Михайлович, а если, например, допустим, попадаются нам картинки, события которых мы, в принципе, знаем, описать их можем, но беда заключается в том, что мы не можем вспомнить, например, даты. Это снижается за это балл? Я думаю, что было бы неправильно за это снижать даты. Я бы тут посоветовал бы обозначать даты. То есть, если вы не помните, там, какого точно числа Ефремов там устроил ДТП, напишите в таком-то году, в таком-то месяце, там, год назад. Вот. Спасибо.
Сейчас я вам покажу. Подрежу немного личную информацию. Сейчас буквально. Все, уже показываю. Так. Ну вот, достаточно слабая работа, но у вас даже не поможет, у вас не будет возможности даже сделать такие ошибки. Но какая ошибка здесь? Ну, во-первых, очень длинный, то есть перед нашими студентами пришел настоящий руководитель фонда президентских грантов и сделал такую пресс-конференцию. По этой пресс-конференции студенты должны были написать новость. Ну, там, правда, сокращенное какое-то время у них было, простим их за это. Ну, во-первых, вот точка после заголовка. Заголовок гораздо больше 90 символов. Лид начался сегодня, 26 ноября. Дальше он продолжился ссылкой на источник информации. Да? То есть там мы теперь будем поддерживать там таких-то. Вот в этом новость. А то, что об этом сообщил исполнительный директор, это как бы ссылка на источник информации. Вот. Так как у вас вообще не будет общения с источником, с живым источником информации, то у вас такую ошибку нет шансов сделать. Вот. Дальше новость, в принципе, здесь никакая не сообщена, кроме того, что ньюсмейкер отвечал на вопросы студентов. А это не новость. То есть сам факт. Ну, то есть вот инаугурация, там как бы это событие, а совещание Байдена с кем-то не совсем событие. То есть надо здесь искать итог. Вот. В общем... Вот. Просили, показал. У меня просто нет под рукой прошлогодних текстов. Все равно пример наглядный. Спасибо большое. Да, большое спасибо. Ну чего? Тогда вам удачи. Спасибо. Спасибо. Понадобится. Очень-очень. Спасибо. Спасибо. Вот.